Напомню, в начале недели о том, что скейт-парк нужно отремонтировать, заявил глава города. На Цветном бульваре он был с инспекцией и пообещал одному из юных экстремалов, здесь будут новые фигуры. Сегодня власти города уже приступили к расчистке площадки. Старые конструкции демонтировали, осталось только вывести мусор и доски. На площадке будет построен парк по типу того, что появился в районе бывшего кинотеатра «Стерео». Напомню, его заново отстроили ко дню города в ноябре прошлого года. Скейт-парк на Цветном бульваре будет, конечно, не таких масштабов, но по качеству не уступит.